Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. Ну и как вы уже поняли, наступило время подведения итогов, да, то есть кто у нас будет победитель в розыгрыше вот таких вот силиконовых приманочек от Snasty Good. Вот. Как я уже говорил, будем выдавать в руки сразу же по три комплекта, да, одновременно, да, соответственно, чтобы человек взял в руки, чтобы уже хоть что-то было серьезное. И таких у нас комплектов по три штуки будет четыре. То есть нам нужно будет определить четверых победителей, да. Теперь что хочу сказать по отправке. По отправке по России традиционно это будет бесплатно за мой счет. Если это будет не Россия, да, скажем так, страны СНГ или за граница, то отправка будет за счет победителя. Правила эти у меня неизменны. Они действуют всегда традиционно на моем канале при розыгрыше призов. Вот. Вот такая вот интересная силиконовые приманки. Они очень мягкие. Люди там писали комментарии, рассказывали, говорят, что они еще и плавающие вдобавок. Кто-то на них уже даже попробовал половить. Говорят, что ловит очень даже неплохо. Очень такие мягенькие, эластичные, как я вам показывал. И еще вдобавок и плавающие. Ну и теперь настает время, когда нам нужно определить четырех победителей. Ну что, уважаемые зрители, вперед! Ну вот, что нам для этого требуется. Заходим на мой канал на YouTube. Эту страничку моего канала, я думаю, видели уже многие, да? Вот. Выбираем видео, в котором мы разыгрываем эти приманочки, да? Вот. И, соответственно, нам нужно будет просто скопировать ссылочку и вставить ее в рандомайзер. Вот. Что мы и делаем. Копируем ссылку, под которым находится данное видео. Видим, что у нас тут очень много комментариев. 397 комментариев. И сейчас мы из всех этих комментариев будем определять четырех победителей. Теперь мы заходим в рандомайзер. И что нам для этого нужно? Нужно просто сейчас вставить ссылку на данное видео и нажать кнопочку. Вот, вставляем ссылку. Вот, и сейчас мы будем определять первого победителя. Видим, что высветилось количество просмотров. 3295 и 422 комментария, да. Вот. Какой рандомайзер, кстати, не вставлял, что-то всегда там комментарии как-то чуть-чуть отличаются по количеству. Может, здесь еще считают и мои комментарии, или еще ответы там какие-то. Ну, не важно. Дело в том, что компьютер будет, эта программка, выбирать абсолютно случайно этих победителей. И моя задача нажать 4 раза кнопочку и, соответственно, определить победителя. Ну что, давайте пробуем. Поехали. Вот. Ну что, поздравляю. Первый победитель — Михаил Поляков. Хочу подарок. Ну, все так скромно, чтоб не хотеть, вредно ж не хотеть. Миша, поздравляем тебя. Твоя задача под видео будет все мои координаты, электронная почта, написать мне на электронную почту, когда посмотришь это видео, да, и, соответственно, там указать все свои координаты, куда я могу выслать. Первый победитель у нас определился, уважаемые зрители, Михаил Поляков. Ну что, нажимаем еще раз. Определяем второго победителя. Андрей Моисеенко. Ну что, Андрей, поздравляем. Комментарий такой скромный. Силикон, огонь. Все такие комментарии лаконичные у победителей. Ну что ж, огонь так огонь. Это ты проверишь в бою, да? Ну что, Андрей, поздравляю тебя еще раз с выигрышем. Напиши мне на электронную почту под каждым видео. Я повторяюсь, у меня есть адрес электронной почты, да, куда можно написать и указать свои координаты. Ну что ж, осталось определить еще двух победителей. Нажимаем третий раз. Ну вот, третий наш победитель — ТР-63. Ящик удобный, а в лодке много места занимать не будет. А в лодке много места занимать будет. То есть это как бы вопрос. Ну, поздравляем тебя с выигрышем, ТР-63. А вот сколько он будет занимать в лодке места, это ж все относительно. Смотря какие лодки, с каким кокпитом. Ну и, во-первых, все зависит от рыболова, да.
Как он будет понимать свою вот эту вот рабочую обстановку, в которой он будет работать. Как, одним словом, как он будет создавать свой рабочий стол, да, в этой лодке, да. Кому-то будет много места занимать, кому-то мало. Я, когда рыбачу именно в лодке, то я стараюсь в лодку брать минимум вещей, только спиннинги и приманки. Обычно у меня ничего в лодке нету. Так что, я думаю, у меня не будет много места занимать. Вот и третий наш победитель. Еще раз повторяюсь, под каждым видео в описании есть электронная почта моя. Пишите туда и там оставляйте в этой почте, вернее в своем письме, свои координаты. Я буду вам высылать. Ну что, осталось определить четвертого победителя в нашем розыгрыше, уважаемые зрители. Поехали-те. Дмитрий Смирнов. Ну что, Дмитрий, поздравляем, ты у нас четвертый победитель. На выставке тоже взял пару пачек силикона. Сам не проверял, но народ хвалит. Ну вот. Настало время, Дима, и тебе попробовать. Может быть, похвалить, а может быть и нет. Этот силикон. То есть, видите, уже слухи бегут впереди паровоза. То есть, народ уже пробует, народ работает, народ уже хвалит. Ну вот, уважаемые зрители, определили мы четырех наших победителей. И, соответственно, эти, грубо говоря, призы поедут к четырем данным победителям. Ну вот, уважаемые зрители, разыграли мы данный силикончик. Все победители посмотрят это видео. Еще раз скажу, что под каждым видео в описании есть адрес моей электронной почты. Пишите туда, оставляйте свои координаты, и я буду высылать вам приманочки. Приманочки по России пойдут за мой счет, в страны СНГ и за границу они пойдут за счет победителя. Вот. Ну вот, мое видео, уважаемые зрители, подходит к концу, не будем его сильно затягивать. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч.